Интересная поучительная история о том, как я потравился на пустом месте. Я взял за правило раз в несколько дней делать себе салат. Ну, чисто там для витаминов и, ну, и вообще, как бы, клетчатка, то да сё. Вот. И у меня есть привычка есть из одноразовой посуды. Я вообще люблю вот все такое одноразовое, все такое из упаковки. И, соответственно, салат я резал всегда на бумаги из-под принтера. Просто вот вытаскивал бумагу из пачки, нарезал в тарелку. Тарелку я тоже раньше использовал одноразовую, потом я купил стеклянную, потому что пластиковые разъедаются от масла, и, собственно, растекается это масло еще во время еды салата, это неудобно. Вот. И все было нормально. А потом я сменил, у меня была бумага Xerox, я сменил бумагу на HP. И собственно, продолжил есть салат периодически. И потом у меня начал болеть живот. Причем круто так болеть. Потом начал в туалет бегать, там, не знаю, прям конкретно. Причем я заметил, поел салат, и тут же у меня прям живот заболел, я побежал там, я не знаю чего. Я сначала грешил на то, что огурцы, помидоры, значит, в магазине, где я взял их последний раз, с нитратами, я перестал брать в том магазине, начал брать в другом. Вроде бы раз живот не болел, второй, на третий раз опять заболел. А потом прям вообще конкретно меня прям ночью скрутило, прям вообще посреди ночи вскочило, меня прям вот как будто, не знаю, вообще не могу, разогнуться не могу. Я даже к врачу очередь занял, думал, надо пройти там колоноскопию, фиг знает, что, анализы. А потом случайно, просто случайно, как-то машинально, мой взгляд оказался на этой бумаге, и до меня дошло, что эта бумага просто с какой-то химией жесткой. И когда я режу огурцы, помидоры на этой бумаге, и, соответственно, промокает, часть из этой химии попадает в этот салат. Тем более, что я каждый раз беру новый лист, чтобы нарезать. И вот и все, собственно. После тех пор я купил доску стеклянную, начал резать на ней, и у меня живот прошел. То есть вот пример того, как просто совершенно в неожиданном месте можно попасть. Вот, и причем никто не знает, как это можно, кто знает, какая там химия вообще. А я даже не уверен, что вот в салфетках, в пищевых, казалось бы, ну вот обычные вот эти полотенца, они же тоже отбеливаются, тоже по какой-то технологии делаются, по которой, вероятно, делается и такая бумага. И тоже можно вот так вот упаковать еду, а потом съесть. И, ну, я как бы не знаю. Я не технолог. Ну вот такой случай был. Я даже написал им письмо, что вы хотя бы на бумаге-то указываете там большими буквами, чтобы она с едой не контактировала, раз она такая токсичная. Ну вот, поделился. Видите, как бывает.